У нас на груминге белый пудель. Для купания я буду использовать шампунь с мягкими аминокислотами для суперочищения. Шампунь хорошо устраняет запахи, в том числе запах псины, препятствует развитию дерматита и хорошо увлажняет шерсть. В завершение я буду использовать кондиционер ПТСТ для увеличения объема шерсти. Грязевой кондиционер хорошо увлажняет, питает и хорошо закрывает чешуйки. Для удобства нанесения шампуня я его развожу водой. Шампунь гипоаллергенный, не раздражает слизи и не щипит глазки. Кондиционер мы развели 1:20. Получили очень хороший объем, что нам подходит под стрижку. Шерсть у нас увлажненная, объемная, белая, очищенная.